В этом году в Южно-Сахалинске заменят более 14 километров ветхих сетей водоснабжения, продолжат и строительство новых. Работы ведут в рамках большой инвестиционной программы Росводоканала. Планируется, что через 4 года потери на сетях снизятся до 38%. Подробности далее в сюжете. За 2 года специалистам РВК «Сахалин» удалось снизить потери воды на сетях до 42%. А количество аварий и засоров уменьшилось в 3 раза. Таковы первые результаты реализации инвестпрограммы. Документ был подписан правительством региона, администрацией Южно-Сахалинска и Росводоканалом в 2021 году. Трудность только городская черта. Это, опять же, выходы во дворы, это и транспорт, ну и, соответственно, погодные условия, которые вносят корректировки. Износ сетей в городской среде, собственно, около 70%. Замена у нас будет производиться каждый год на протяжении всей концессии до 2070 года. В общей сложности будет заменено около 600 километров сетей водоснабжения водоотведения в городе Южно-Сахалинске. При прокладке трубопровода используют открытый способ. Специалисты выкапывают траншею нужной глубины и укрепляют трубы. Такой метод позволяет сохранить существующее благоустройство территории. В основном мы стараемся уходить на новые технологии, которые позволяют производить замену трубопровода без вскрытия благоустройства и также автодорог. Но в основном у нас объекты все закрытым способом, потому что благоустройство везде в городе произведено, и там, где мы меняем, где есть возможность не нарушать благоустройство, там мы не нарушаем и ГЭМ закрытым способом. Для замены сетей используют современные трубы из полимерных материалов. Они устойчивы к локальным деформациям и движению грунта, что актуально в сейсмически активных районах. Срок эксплуатации таких конструкций не менее 50 лет. Будут, соответственно, производиться разрытия даже под горизонтальное направленное давление, максимально локально. Просим горожан отнестись с пониманием, потому что делаем общее дело, чтобы всем жилось хорошо в нашем замечательном городе. В этом году в планах построить почти 4 километра новых сетей, заменить 14 тысяч метров аварийных. Масштабное обновление коммуникаций проведут в 16 дворах областного центра, после чего там благоустроят территории. Валерия Елисеева, Алексей Нестеров, Владимир Скрипкин, Солнце ТВ.